организма, не удивляйтесь, но это снова я. Сегодня поговорим, пожалуй, о том, что такое гальванопластика. Поговорим без расписулек о том, как это уникально, как это креативно. Для меня это всего лишь инструмент. Но, как показала практика, большинство людей не знают, что это, как это и почему это. Особенности данный ролик я снимаю, конечно же, для своих родных и близких, которые просто удивляются, как это возможно, например, покрыть розу металлом и как это вообще все происходит. Говоря простым языком, имеем здесь, ну, скажем, листья розы, покрытые первичной медью. Первичную медь, первичная затяжка ее еще называют, это тот самый слой гальванического металла, который затягивает токопроводящий состав. Разница только в том, что я немножко его нарастил. Нарастил для того, чтобы можно было показать, что же хранит в себе внутри такой вот арт-объект. Значит, что у нас происходит? Я хочу просто взять вот этот вот обмененный лист металлический в данный момент, разрезать. И таким образом мы посмотрим, что же внутри. Это во-первых. И насколько портится лист, допустим. И портится ли вообще в целом. Мне лично самому интересно. Я такой эксперимент как таковой не проворачивал. Но тем не менее смотрим. Извиняюсь за грязную руку. Да, через камеру смотреть это, конечно, прикольно. Вот оно. Вот это вот первичная пленка меди. А внутри, как видно, сейчас камера сфокусируется. Настоящий живой лист розы. То есть можно элементарно снять вот эту вот медную пленку, первичная медь. И мы видим внутри самый настоящий листик. То есть, в принципе, он там не портится. И, как показала практика лично моя, довольно-таки длительное время. Вплоть до того, что, допустим, лепестки, затянутые медью, они даже еще потом пахнут. И это речь не о бадьянах, не о пряностях, это именно речь идет вот, пожалуйста, о таком варианте. Именно вот лист. Ну, надеюсь, теперь всем понятно, что это, что такое гальванопластика и что такое первичная затяжка как таковая. Она как фольга, даже я бы сказал тоньше, вот она очень-очень нежнейшая просто. Но она, опять же, податливая. Вот за что я люблю первичную медь. То есть ей можно придать любую форму. И она ее держит, не ломкая, не ломается. Это отличная проверка для начинающих мастеров. Качественный у вас состав электролит. Это во-первых. И насколько чист у вас анод. А это очень важно, чтобы медь была максимально чистая. Я аноды добываю сам. То есть произвожу их, скажем так, сам. Они у меня чисто идут. Чистая гальваническая медь. Все-таки возвращаюсь к листику. Вот он. Вот сейчас интересный момент будет. Мы его просто изымем. То есть вот внутренняя сторона листа, вот наружная гальваническая. Еще раз повторюсь, извиняюсь за грязную руку. Но тем не менее, вот так выглядит гальванопластика. Вот, в общем-то, все, что хотелось показать. Всем пока, удачи и добра!